легендарный, того самого легендарного продукта, что мы здесь сделали? Мы здесь почистили аминокислотный пролив, усилили его, в основном увеличили количество самых важных аминокислот, сделали более оптимальным соотношение ПЦА, аминокислот разъединенной цепи. Оно у нас теперь получилось 2-1-1. Спортсмены есть в этом зале? Понимаем, о чем я говорю. Да, и таким образом получили замечательный продукт. Этот продукт производится в Америке, и уже в мае и в августе он будет у нас. Что значит май-август? Почему такой разброс? Разброс в основном обусловлен сертификацией, поэтому вначале появится этот продукт в Европе, в Украине, а потом уже в России. Поехали дальше. Следующий продукт — это, собственно, Ocean Min. Вот вы сейчас поймете, насколько эксклюзивным вот предыдущая история была. Основной запуск Ocean Min произойдет на форуме, то есть на форуме у всех людей. Насколько я понимаю, мы сделаем все, чтобы был одновременно у всех. То есть все именно на форсайте смогут кнопочку «Купить» нажать и купить одномоментно весь наш коралловый мир. Это будет форум. Но мы будем какие-то предзапуски делать с лидерами. И в данном случае мы инвестируем в запуск этого продукта в первую очередь в наших лидеров, потому что продукт не однозначный, непростой. Его нужно понять, его нужно изучить. Следующий продукт — это Coral Bright. И знаете, что самое интересное в Coral Bright? Coral Bright использует новый коралл. И вот это меня больше всего заводит, потому что это коралл с острова Йонакури. Я как-то рассказывал про этот остров. Уникальное место, мы только из-за пандемии до него не доехали. Вот-вот мы это сделаем. Вот, это руководство предупреждаю, чтобы длинный перелет готовилось. И это место, оно уникально по многим причинам, в том числе потому, что рядом там находится большое количество гидротермальных источников. Мы теперь уже знаем, что это такое. Но еще это интересно, то, что это достаточно свежий коралл. Ну как, по коралловым меркам свежий. Около 100 тысяч лет назад всплыл вот этот вот коралл, окаменевший остров образовался на поле. Остров называется Йонакури. Это самая западная точка, оконечность Японии. И там вокруг, в общем-то, такой островок, вокруг особо ничего нет. И вот этот коралл как всплыл, свеженький, молодой, всего-то 100 тысяч лет. Нашему реликвию может быть несколько миллионов для сравнения. И он все это время был, никаких производств вокруг, ничего нет. И у него есть масса особенностей, которые очень важны, и в том числе для зубной пасты. Из этого коралла делается коралл-апатит, гидроксиапатит. Гидроксиапатит — это основная минеральная составляющая нашей зубной эмали, не только эмали, но и костей наших. И вот это максимально нативная к нашим зубам зубная паста. Почему? Потому что даже микротрещины, которые есть у каждого на зубах, она будет их латать. Назовем это так. Она будет становиться частью вашего зуба при чистке. И осветляет зубы. Но, в общем-то, очень интересный продукт. Во многом интересный продукт. И, опять же, продолжающий нашу традицию, наше, назовем это так, увлечение подводным и надводным миром. Let's move on. Ultimate Max. Да. Здесь есть Максим Грузман, который поучаствовал в трейминге, как вы видите, этого продукта. Что такое Ultimate Max? Ultimate Max — это обновленная, освеженная формула. Ее, знаю, многие из вас ждут давно. Нашего мультивитамина, витамина минерального комплекса. Все формы витаминов и минералов, которые вы здесь найдете, они все самые современные. Самые современные, самые биодоступные. Там взять тот же фолиевую кислоту, там уже метилфолат, да, а не просто фолиевая кислота, ну и так далее, и так далее. Улучшенные формы витамина В. Могу долго перечислять, очень долго мы шли с этим продуктом, потому что чем больше
ингредиентов в составе, тем тяжелее его регистрировать. Это очень долгий процесс. Наконец-то он завершается, и в августе у нас у всех появится этот замечательный продукт, который, безусловно, нам нужен. То есть нам нужен один, пусть будет, витаминно-минеральный комплекс. Как вы считаете? Витамин D, D-спрей. И тут кто должен обрадоваться, кто должен сейчас ликовать, это мамочки. Есть у нас мамочки? Дайте знать, мамочки. Ну покричите еще. Почему мамочки? Потому что мы, во-первых, его регистрируем как детский, это отдельная история и непростая. Во-вторых, он идет в форме спрея. Это очень удобно. Проверено, это очень удобно. Папочки? Ну, папочки. А кто? Папочки. Вот кто из папочек витамин D своим детям дает? Вот интересно, статистика. Раз, два, пять, шесть, восемь. Спасибо. Мамочки выиграли. Мамочки, все хорошо. Так, дисплей. Бабушки. Кстати, да, забыл. Кстати, я на собственном примере могу сказать, что в моем случае бабушка, она единственная, кто помнит всегда. Поэтому 100% бабушки роль. Спасибо. Почему он интересен? Потому что он максимально безопасен, и там нет ничего, кроме, собственно, холекальциферола, витамина D3, и вот этой масляной основе, которая является среднецепочечными триглицеридами, если по-умному, а если не по-умному, кокосовое масло. Все, больше ничего там нет. Поэтому это максимально безопасно, удобный продукт, у нас должно быть несколько витаминов D. Кстати, по поводу витаминов D, липосомальный витамин D, у вас миллиард вопросов наверняка есть. Мы хотим ответить на все ваши вопросы. Именно поэтому мы подготовили брифинг, который послезавтра состоится здесь и начнется в 12.30 он начнется, поэтому кому интересно, у кого есть вопросы, кто хочет услышать ответы на вопросы из чата про продукт, приходите, мы будем здесь общаться. Где-то полтора часа это будет длиться все. Запишите свои блокнотики 27 числа, то есть послезавтра. Поехали дальше. Коэнзим Q10. Есть у нас коэнзим Q10? Что с ним происходит? Мы взяли японский актив Конека. Есть компания, которая производит именно коэнзим. И стали использовать его здесь. Потому что на нас уже ориентируются, нас копируют. И мы, конечно, даже такие простые монопродукты не можем позволить себе иметь их в таком базовом уровне. Хорошем, но базовом. И поэтому мы даже монопродукты потихоньку обновляем. Вот здесь появится коэнзим, то есть сам по себе источник коэнзима, именно брендированный компонент японского происхождения. Поэтому этот коэнзим появится у нас у всех в сентябре, друзья. И мы, я надеюсь, вы оцените наши усилия, что мы переходим, то есть плавный переход именно на проектированные компоненты. Почему это важно? Возвращаясь к исследованиям. Проектированные компоненты, как правило, в основном это компоненты, которые имеют клинические испытания. Да? И когда вам будут задавать вопросы, ну, поборники доказательной медицины, у вас будет что ответить. Как и в случае с MemoPrime. MemoPrime. Наконец-то могу объявить, что да, этот продукт в октябре у нас появится. Тоже мы его долго ждали, и он тоже на основе брендированного компонента создан. Причем именно натурального. Называется он MemoPhenol. Производится он во Франции. Основной ингредиент, но не единственный. И источниками этого ингредиента является виноград, дикий французский, и голубика, не менее дикая, канадская. Вот. И что хорошего, что интересно в этом продукте, есть клиника, причем клиника проводилась на студентах, и клиника проводилась на пожилых людях, и он показал отличные результаты в плане памяти. То есть люди начинали вспоминать лучше. А сейчас это особенно, я не знаю, как вы, на себе почувствовал.
кто почувствовал после ковида вот эти вот проблемы с памятью? То есть это на самом деле это действительно проблемная вещь, и у нас есть ответ на этот вопрос, друзья. Натурального происхождения. Game of Life. Уверен, что вам понравится этот продукт. Дальше. Знаете, как это произносится? Ну, какие у вас варианты? Сафрино! Вот так вот это делается. На самом деле это сочетание шафрана и инозитола. Шафран, причем не просто шафран, опять же, это брендированный шафран. Брендированный шафран, опять же, французского производства. Почему это важно? Потому что мы получаем точную дозу в каждом продукте. Поймите, если мы берем, например, ту же куркуму, да, и вот взяли эту куркуму, перемололи ее, эту куркуму, даже получили экстракт, экстракт или порошок обычный, там варьируется это количество. А вот брендированных компонентах, там это количество, оно фиксировано. Это очень важно в данном случае. Шафран уникальная совершенно вещь. Не сказать, что она очень сама по себе, это как специя дорогая, вы знаете об этом. Но в данном случае это будет интересно как антистресс-формула. И вот стресс это тоже он никуда не ушел, правильно? Да. И здесь есть очень классная подтвержденная клиника. Именно для всех, опять же, для всех, в случае с мужчинами, женщинами работает, но есть вот эти, вот эта заветная, как бы, аббревиатура ПМС, да, вот, и в данном случае Сафрино, это тот продукт, который особенно будет интересен женщинам, вот, когда есть какие-то флуктуации в настроении, он будет к дзену вас всех приводить, друзья. Поэтому Сафрино до конца года этот продукт появится. Как вы видите, мы пытаемся закрывать именно насущные проблемы, не высосанные из пальцев, да, откуда не возьмись возникшие, а все-таки отвечать на запрос общества и делать это максимально оперативно. Понятно, что у нас есть, опять же, вызовы. Вызовы, которые происходят именно из-за глобальных каких-то вещей. Вот Суэцкий канал, танкер, перекрыл сразу, это на нас отразилось. У нас поставки там в 5-6 раз выросла цена, стоимость отправки одного контейнера, чтобы вы понимали, с какими сложностями и вызовами мы постоянно сталкиваемся. Но нас всегда мотивируют замечательные люди, это вы, друзья. Вы нас мотивируете для того, чтобы делать вам эти продукты и для того, чтобы вместе с вами радоваться прелести здоровой жизни. Поэтому я уверен, что вам все понравится. Нам будут великие дела. Спасибо большое.